Процесс создания и авторизации в кошельке Tether.scan. Посетите наш веб-сайт, чтобы загрузить наше приложение, или вы можете выполнить поиск прямо в Apple Store или Google Play. Чтобы создать кошелек, нажмите «Создать кошелек Tether.scan». Заполните обязательные поле «Телефон» и адрес электронной почты, а также реферальный адрес партнера, порекомендовавшего наш сервис. Нажмите кнопку «Создать кошелек». Система перенаправит вас в ваш личный кошелек. Здесь вы увидите окно с адресом вашего кошелька и секретными ключами доступа в виде мнемонических фраз. Не передавайте эти ключи третьим лицам и храните их в надежном месте. После закрытия всплывающего окна вам будет предложено сохранить файл ключа доступа. Если вы хотите сохранить текстовый файл, следуйте инструкциям на вашем устройстве. Чтобы войти в личный кошелек с нового устройства, нажмите кнопку «Авторизоваться». Введите адрес кошелька и первую секретную мнемоническую фразу. Затем нажмите «Войти».